Вообще железно все. Вышло. Вот мы сейчас приехали сервисом, ну, посмотреть, что к чему. То есть вот тебе работа узла композитора. Ну, главное вот этот вот узел, который сейчас, ну, болталось все, здесь люфт был там до 5 сантиметров. И оно ничего не решало. Я так скажу. По истечении какого-то большого срока работы им надо будет заменить только вот эти вот конические втулки разрезные из композитного материала. Ресурсов втулок мы не знаем, потому что мы за 5 лет еще никому не продавали отдельно. И вот этот вот рычаг огромный на тонких металлах от рамы, вот. Да, и, ну, но здесь было так, что они слухались. Ну, вашей вот этой новой есть же ремкомплектное решение, которое может быть в цене John Deere. И здесь композитные втулки тоже, которые подтягивают. Что они дали, это то, что... И вот второй такой же шутер. Вот. Одинаковый плавный ход. Понятно? И надолго. И садятся. Ну, а всякие мелочи, которые там внутри, это уже идет сопутствующая работа. Почему? Потому что мы даем гарантию на высевающую секцию, и поэтому мы и забираем всю высевающую секцию. Мы когда приехали, посмотрели на сеялку, она была очень проблемная. Вот все секции, они гуляли так, что фактически рядки сходились полностью. Они были все разболтанные, там клинило, там еще чего-нибудь, ну, все было очень плохо. Но они хотели этот вопрос решить, они полностью новую секцию купили одну. И она у них весной походила, отработала сезон. После этого она такая же стала. Вот сколько-то есть. Там. Это реально. Она стала такая же, как и все. Она была более новая, может, мы ее и сейчас где-то даже сможем увидеть, но я не знаю. Она была более новая на вид, а болталась везде то же самое и была тоже там где-то заклинена. Ну, мы просто смотрим, что состояние удовлетворительное. А сеялка — это одна из тех, которые, ну, нежные, они убиваются очень сильно на поле. Мы куда ни заедем, там, ну, вообще, посты, вот, всю ее инспектируем до всех внутренности. Ну, вот так вот. Вообще красиво. Мне нравится. Спасибо.